Друг, привет! Короче, пишут мне тут недавно разработчики охоты-разборки, мол, чё ты вечно нашу игру замечательную ругаешь? Мы тут так стараемся, скинчики целыми вагонами в игру завозим, а тебе, мол, всё не то, да не так. Давай договоримся, типа. Ну и я недолго думаю им в ответ. Мол, давайте, автомат Калашникова в игру добавляйте, ну или хотя бы молоток такой, убойный, чтобы можно было не только гвозди забивать, но и охотников. И тогда я буду счастлив. А соответственно, буду в своих видосах говорить о том, что игра чёткая вся такая, так что покупайте ее скорее и желательно со всеми DLC-шками разом. Ну и все, ёпта, вместе с новым грядущим ивентом что-то там, блять, Shadow в игру добавят вот такой вот охуенный молоточек. Special for Molot Games. Так что шутки шутками, а теперь действительно придется нахваливать охоту-разборку в своих видосах, а то как-то не по-пацански будет. Короче, не подведите меня, братва, в темпе вальса открывайте Steam и пишите положительный комментарий к игре. Думаю, что разработчики этого заслужили. Ну и не забудьте обязательно указать хэштег #эддкалашников. Это будет, так сказать, наш голос. Всего нашего рукомьюнити. Думаю, чем больше таких отзывов мы напишем, тем быстрее Крайтеки добавят в игру калашмат. Короче, как-то так. Ну а пока ни калаша, ни молотка в игре еще нет, катаем со связкой арбалет плюс апперкот. Опа! Мне пизда? Нет, мне не пизда. Откуда мы шли? Вот там. Ты будешь перезаряжаться, а? Гнида на карточку. Дал. Пусть секунд. Сука, нихуя не видно, блять, отсюда. О, здесь. Дал, вот тут. Один на разрушке. Да. Лечусь. Оба прям передо мной на 90. Прям на одной линии. Они уже были, да? Бля, уйти бы теперь с этой линии ебучей. Хуёвая позиция, пиздец. Слушайте, давайте нахуй поменяем. Куда-нибудь сдвинемся. Дал. Бабе дал, да, Эви? Да, когда-то вдалеке была. А вот еще один цепочек. Бегает. Бабу убили. Волчица. Бабу убили ту. А? Еще команда. Огнежопа ее убил или еще кто-то? Я огнежопа там поджег, и она умерла. Ну и попал в нее парабеллум, потом она умерла. Да, они пошли ее поднимать, да. Сука. Я пропустил их. Вижу. И не попал. Сейчас бы снайперка у меня. Сюда на берег можно зайти, да? Долгой. Хорош. Еще есть у меня. Че, я тоже просто не понимаю. Забрал. Забрал бабу. Все, у меня никого. Я не знаю, я то ли волчицу убил, то ли хрен поготовал. А, не, я рептилию убил, что волчица должна быть. Или Фелис. У меня волчица где-то. Вот ну, здесь на развалинах была баба, блядь. Ух ты, у меня другая тима. Ух ты! И она там не смогла. Блять, здесь она у меня, сука. Да, у меня другая тима. Не валь... Ну, да, волчица. Да, снайпер, 125 метров. Она там сидела, блять. Ой, не лезь. Бля, ну это пойдет, да? Блять.
Бочка! Бочка! Я бы не по ней бахнул. Хорош. Поэтому сзади снайпер. Лечись, блядь! Вроде она и убила. В общем-то, зарешала сборочка, но, само собой, немного опосля, все мы опиздюлились на боссе от ластовой команды, причем с разменом, так что победителей в этой катке вообще не осталось. Но это уже совсем другая история, друзья. А сейчас ставим лайки и дизлайки, навалите побольше комментариев, чтобы продвинуть этот видос в топы. Если еще не подписан на канал, делайте это прямо сейчас и не забудьте прожать колокольчик, чтобы не пропустить наше следующее видео. Ну а если вам интересны наши стримы, то добро пожаловать на Молот Геймс ВК Плей Лайв. Там и качество трансляций получше будет, да и смотреть стримы гораздо удобнее. Играйте в хорошие игры. Всем добра. Ты кидаешь вот. До свидания, сука. В лобби, блядь, сука, в лобби. Надо забегать. Минус. Короче. Погоди, ловушки, ловушки! Погоди. Где? Еще один. А они под колючками все, нормально. Один еще остался. Блять, упал. Все, минус.